настрой. По четвертому из квадра уже давно волки воют. Позади рыжий лес, в душе бес воскрес. Страх мертвой тишины этих мест. На выносливый стресс, адреналин и стресс. Счетчик Гейгера, эхо в мозгу отдает треск. В глазах все темнеет, небо, но вокруг темнеет. Не может быть, это выброс, бежим скорее. Чатком холодный пот, бьет бегом пот. Ветер поднимает обрывки земли в глазах. Но уже поздно, оба увязли в аномалию. Меньше секунды, два трупа, я уцелел едва ли. Теперь есть 3 минуты, чтобы найти укрытие. Хей Ютубу, хей ВК, с вами AppleTree2. И да, как вы помните, по прошлой серии мы с вами там поторговались. И короче, да, сегодня мы направимся туда, куда хотели. Так, давайте, пожалуй, вот на 6 часов, давайте поспим. 6 часов. Готово, отлично. Все, погнали, короче. Здравствуй. Здорово, блядь, так. Отлично. Так, все, направляемся, получается, туда, у нас там стрелка есть. Направляемся. Короче, в путешествие. Такой нахер бинокль, мне нужен этот самый. Мне нужен вот этот. Кстати говоря, гляньте, там кто-то сражается. Там пинится кто-то с собаками. Сейчас мы ему не поможем, сейчас мы подождем, пока его замочат, а потом отберем у него все. Здравствуйте. Вы что, охерели, что ли, совсем? Иди нахер. Нахер пошел. Отлично. Ну, судя по всему, того бандюгана уже замочили. Поэтому пойдем отберем у него оружейку. Вот он. Кстати, подождите. Вот, у меня нормальный получается. Вот, давайте возьмем у него. Но у него в таком себе, на самом деле, состоянии. Однако, в принципе, мне кажется, что продать его кому-то-то мы можем. Так, теперь давайте его обыщем, пожалуй. Чё? А у нас тут много чего. Пистолет мы, в принципе, можем продать. Это не наш наградной ПММ, поэтому тем более. Ну, до свидания, короче. Так. Управляемся по стрелке, так что. А нам вон туда! Стойте, так нам же на этот, как там называется? Я вечно забываю, подождите. Зимснаряд, вот. Нам нужен же на зимснаряд, блять. А чё я туплю? Ехать, стрелять, чё-то. Ехать. Слушайте, вот сейчас мы там выполним вот эту всю херню, туда придем, там, не знаю, что-нибудь сделаем. А потом, пожалуй, мы туда направимся, потому что там вообще, мне кажется, какая-то жопа происходит. Смотрите, там какая-то серьезная фигня происходит. Так. Сюда вот идем. Так, а тут мне уже понадобятся, пожалуй, болты. Потому что болты это наше все. Блин. Ага. Понятно, обходим. Там есть что-нибудь или нет? Да. Главное, чтобы тут не было. Так, хорошо. Получается, смотрите. Прыгай. Так, давайте тут, пожалуй, подождем. Пока наш главный герой отдохнет, потому что нам нужно, чтобы он отдохнул. Иначе наш план пойдет вообще под коту под хвост. И, короче, все, и мы потеряем абсолютно все. Нам этого не надо, ребят, поэтому подождем, пока он там отдохнет. Все, Дегтярев отдохнул, поэтому погнали. Пофиг на это, пофиг. Твою мать. Да прыгни ты, да ты дурак, что ли? Блять, F3. Ой, да 3, да F3, блять. F3. Че, дурачок, что ли? Стоп, а как нам туда тогда пробраться? Подождите. Аптечку возьми. F1.
Постойте, а как нам тогда туда пробраться? Подождите, нам нужно на вон ту лестницу. А как нам туда пройти на ту лестницу? Или это не лестница? Ну вон, за тем ящиком. А там у нас закрыто, смотрите. Даже сейчас не буду рисковать дойти. Вот даже сейчас мы туда придем, смотрите. Да пройди. Ну вон! Так, ну ладно, еще раз рисковать я не буду. Нет, стойте, хотя можем, в принципе, рискнуть. Правда, тут нужно прям конкретно болт использовать, смотрите. Тут есть. Тут есть. Че, гоните, что ли? Нету. Забирайся. Проползаем. Есть! Выполнена. Так, стойте. Все, мы забрали, да и куда? Сюда, что ли? Что? Ты дурачок, что ли? Блять, повезло, что я там аномалии не было. То есть, если бы он угодил в аномалию, то я не знаю, что я бы сделал. Блять, да залезь! Отлично, врубаем фонарик, потому что мы не знаем, что может быть. И на всякий случай, пожалуй, давайте возьмем эту самую. Ну, вы поняли, что. Вот эту вот фигню, потому что мне так кажется, что что-то будет тут не то. О, это же этот. Артефакт. Ехать, я мощный. Так, а вот тебе мне что-то не нравится вот это положение. Так, мне почему-то кажется, насколько я помню, у меня почему-то возникает это воспоминание, когда еще первый раз проходил этот самый. Ну, вы поняли, короче. Блять, зов Припяти, короче, тут на меня кто-то нападал, подождите. Да. Братишка, слушай, тут артефакт есть один, целебный, мне позарез нужен. Друг загибает, лекарств не помогают. Я тут артефакт первый раз достать не смог. Кляпался, ты его не видал сейчас? Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое вставать. Не отольется, извини. Ха! Бля, я перегружен, да. Короче, понятно, нам нужно что-то выкинуть. Так, ну вот это какое-то хером состояние на самом деле, поэтому давайте-ка его... Надо его разрядить. Стой, ты куда его выкинул? Ты куда его выкинул? Подожди. Блядь! Чё? Я еще и забыл сохранить. Вы что, ёбнутые? Слава богу, короче, ребят, у меня тут сохранилось. Слава, блядь, с яйцем. Короче, сейчас, смотрите, что мы делаем. Смотрите, что мы делаем. Там кто-то нужно стоит. Нет, не в этой стороне, сейчас. Вот тут кто-нибудь стоит. Тут у нас, короче, эти самые. Пидорюги есть. Ну, вы поняли, какие. Нет, не видал. Чеши, чеши. Еще дольется тебе за такое с товарищем обращение. В смысле, за что? За что? Я его не видел. Не понял. Вот! Да блин, вы чё, гоните что ли? Как я должен их зам... Понял, понял, подожди. Короче, ребята, сейчас мы с вами попробуем их замочить. Подождите, нам нужно, получается. Не сюда я пошел. Вообще не сюда, мне нужно вообще не сюда. Мне нужно вообще вон туда. Значит, идем сюда. Смотрите. Смотрите. Нужно вообще укрытие подыскать. Да под... Чеши, чеши. Еще отольется тебе за такое с товарищем обращением. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Тихо. Сейчас. Чтобы они пришли. Мне нужно, чтобы они пришли. Ну, где они? Чё, гранату, что ли, кинуть? Подождите. Пятерочка. Вон! Скотина, блядь.
короче, сюка. Ух ты, сюка. А? Ну, давай, выглядывай. Гранату кинь, подождите. Ну давайте, хорошо. Типа, мне вообще вопросов нет, подождите. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Ты куда её кинул? Мне нужно вот туда кинуть. Бам, нах. Беги, беги, давай. Тихо. Чего? Что? Подождите, это как работает? В смысле, я стоял, никому не мешал? В смысле? Почему я умер? Не понял. В смысле? Я не понимаю такого расклада, ребят. Вообще не понимаю. В смысле? Ребята, дубль 2. У меня практически все получилось. Мне нужно было просто сохраниться. Подождите. Да беги ты нахуй вообще. И вообще, на тебе, сука. Так, тихо. Да ты что, дурак, что ли? Ты что нажал? Мне нужно наоборот, чтобы ты достал. Я вообще наел, блядь, на икратку нажимал. Сука, пидорас. Еще раз. Блять! Ёб твою мать! Еще раз. Блять, они ж могут стекла прострелить, я забыл. Подождите. Гранаточка. Светенькая. Блять, я не туда кинул. Ну да ладно, похуй, похуй. Напугаем их нахуй. Да беги! Дурак, что ли, стоишь там, блять. Бегом. Стоит, блядь, как дурак, не знаю. Бежать надо, блядь, он стоит. Не понял, что, всех что ли убил? А нет, бред какой-то, никого же не убил. Или что? Вон. Так, нет, стойте. Давайте-ка, наверное, сейчас сохранимся, потому что мне очень надо сохранить игру. P9 сохранить. Потому что мне очень надо вот этих вот пидорасов, чтобы двое осталось. Вот так, короче. Погнали. Тихо. Сюда, короче, идем. Тихо. И теперь выбираем четверочку. Смотрите, что будет. Не понял, что, всех что ли замочить? Я в натуре, в смысле, всех замочил? Ехать я мощь, то есть Сёма я замочил. Взять у него все, пошел ты нахуй. Смотрите, какой он. Он же вольный сталкер. Стойте, а почему он на меня напал? Ладно, это странно. Не, ну ребят, ну мы их победили. Это прям хорошо. Все, короче, вот так вот сохраняем. Подождите. Сохранить игру. P9.2. P9.2. Все, я сохранил, ребята. Так, ну что сказать. Думаю, нам стоит на этом закончить. С вами был я, Apple32. И всем пока. Охуеть, я сдох. Ну, я зато сохранился. Ладно, ребята, с вами был я, Apple32. И всем пока.